10 марта 1942 года опубликовано сообщение Наркомата обороны о преобразовании ряда авиационных полков гвардейских, среди них три ленинградских. О том, сколь велики боевые заслуги ленинградских авиаторов, можно судить по таким цифрам. 15-й гвардейский штурмовой авиаполк уничтожил на земле и воздухе 88 вражеских самолетов, разбил 204 танка, более 1000 автомашин и свыше 200 зенитных орудий. Пишет в своей книге «Блокада. День за днем» военный корреспондент Абрам Буров. В этот день фашисты выпустили по городу на Неве более 300 снарядов. До победы оставалось 1156 дней.